Актюбинцев преклонного возраста также поздравили в одном из медучреждений города. В течение дня двери учреждения были открыты для людей солидного возраста, где они могли получить бесплатную консультацию от компетентных врачей. Кроме того, пожилым людям вручили подарочные сертификаты на оздоровительные процедуры. В свою же очередь, пенсионеры выразили слова благодарности за почет и уважение. Мы подготовили 10 сертификатов. Сюда будет входить полный курс физиотерапии, полный курс по соляной шахте, это 10 дней, комплекс, полный комплекс физиопроцедур всех, то есть по наименованию, по нозологии, по заболеваниям будет пациент сам получать курс. То есть этот сертификат действует с сегодняшнего дня, с 1 октября по 31 декабря. В городе много таких акций. По пятницам раздают пенсионерам хлеб бесплатно, ну, лекарства бесплатно получают. Вот это все это самое, тоже кажется, немножко внимания для пожилых. Конечно, приятно. Спасибо всем.